Всем добрый день, меня зовут Пестрюков Иван, я являюсь руководителем компании Free My Flower, а также своего блога «Интересный маркетинг». Сейчас нахожусь в офисе нашего клиента Артура Гершельда. Его основная деятельность – это уголовное право в Соединенных Штатах Америки, а именно в штате Нью-Йорк. Сейчас я с вами его познакомлю. Добрый день. Добрый Артур. День, очень приятно. Да, расскажите немного о себе. Я сам с Украины, приехал сюда, когда мне было 5 лет, потом выучился на адвоката, работал прокурором, помощником судьи и вышел на свою практику защищать людей, которые обвиняются в преступлениях. Довольно опытный по этому направлению и готовый помогать людям. Так что, если у вас возникнут какие-то проблемы или, не дай бог, они возникнут, то очень советую вам именно Артур Гершельда. Во-первых, он русскоговорящий, во-вторых, он профессионал своего дела, он очень известный в своих кругах и, соответственно, в Нью-Йорке, а это определенный уровень. Так что, соответственно, все контактные данные я укажу в ниже в подписи к данному видео. А сейчас хотел бы показать вам офис Артура, потому что вид здесь просто потрясающий. Так вот. Хозяин офиса за столом, за рабочим. Так. Это все, соответственно, регалии о его практике в Америке. Также Артур является фанатом и давним игроком в теннис. Также он вел дела футболиста из Нью-Йорк. Мэтс. Вот его подпись данного футболиста. Вот регалии, теннисные регалии самого Артура. Как я вижу, их много. Как-нибудь надо взять уроки хорошего тенниса. И вот сам вид из этого потрясающего офиса. И на потрясающий Нью-Йорк. Как я вижу, здесь у вас подзорная труба, и что она означает, почему она здесь? Потому что такой вид красивый и широкий, чтобы люди, которые хотят видеть в Нью-Йорк чуть-чуть ближе, со 46-го этажа, могут посмотреть через трубу эту. Я надеюсь, мне удастся сейчас посмотреть. Супер. На камере этого, скорее всего, не будет видно. Вот. Хотел бы последнее напоследок для наших подписчиков, чтобы Артур передал какие-то слова, что-то сказал. Все те люди, которые приезжают в Америку, есть какие-то вопросы юридические или нет. Естественно, я надеюсь, я могу вам помочь с этими вопросами. Вы можете мне всегда позвонить. И, как говорится, добрый день и спасибо за внимание. Если приедете в Нью-Йорк, если у вас будут какие-то проблемы, вы всегда можете к нему обратиться. Все контакты будут указаны в моем сайте, в блоге и на видео. Всем до новых встреч. Всего доброго, до свидания.